Сама о
том, как черноглазая свела с ума. Когда на вид угрозную парнишка уходила ночкой темной звездою, я сердце предложил. Нет, и вчера года я шутила, видно с ним, когда вернешься с орденом, тогда поговорим. Играй, играй, рассказывай, тальяночка, сама о том, как черноглазая свела с ума. Стальяночка держил их люто в битве с врагом, медалью заслужил. Пришло письмо летучее за снежную даль, все ждет, что в крайнем случае естогласно на медаль. Играй, играй, рассказывай, тальяночка, сама о том, как черноглазая свела с ума. О том, как черноглазая свела с ума. Кудина Ольга, Леневский дом культуры. Аккомпанирует Любименко Сергей Викторович. Сейчас и ангара под
я забыть этот вальс? Майский вальс. Утигенова Лидия. Александровский дом культуры. Весна 45-го года, как ждал тебя синий туман. Родом в рот свободу принес жаркий солнечный май. На площади Веды спасенной собрался народ стормло. На старой израненной битве в гармонии вальс русский играл наш солдат. Помнит Вена, помнит Альпы и Дунай. Тот поющий и цветущий жаркий май. Вихри венцев в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Вдохновенно и смело солдатский вальс этот звучал. И Вена кружилась и пела, как будто сам Штраус играл. А парень с улыбкой счастливым гармонию свою к сердцу прижал. Как будто он волжский видел разливы, как будто Россию обнял. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай. Тот поющий и цветущий жаркий май. Вихри венцы в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Над Веной седой и прекрасной плыл вальс полон грёзд и огня. Джерчал он то нежно, то страстно, и всех опьяняла весна. Весна 45-го года, как долго Дунай тебя ждал. Вальс русский на площади Вены свободный солдат на гармонии играл. Помнит Вена, помнит Альпы и Дунай. Тот поющий и цветущий яркий май. Вихри венцев в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Помнит Вена. Образцовый самодеятельный ансамбль эстрадной песни «Глория» детской школы искусств. Песня «Дорога на Берлин». Последний.
Моего
ансамбль Жирновской школы искусств «Виват», песня «Казаки». Огни отечества горят, и высокие.
Магазин «Вернисаж», мебель и хозтовары для любых нужд. Удобные кухонные уголки и многофункциональные кухонные гарнитуры. Мебель для спальной и детской комнат. Роскошные и скромные, большие и компактные. На любой, даже самый изысканный вкус. Шкафы, письменные столы, стулья, прихожие. На все кухонные гарнитуры 20% скидка. Участникам Великой Отечественной войны скидки на мебель 10%. В магазине «Вернисаж» большой выбор горизонтальных жалюзи. В ассортименте дермантин для обивки мебели, дверей, керамическая плитка по ценам прошлого года. Торопитесь, приходите и выбирайте. Сделайте свой дом с магазином «Вернисаж» красивым и уютным. Магазин «Вернисаж» работает ежедневно с 8 до 18 часов, в субботу с 8 до 16, в воскресенье с 8 до 14. Магазин принимает заказы на печное литье. Телефон 5 53 66.